К большому сожалению фанатов, возвращение Натальи Ветлицкой пришлось отложить на год. Сергей Соседов объяснил, что помешало артистке вновь блистать на сцене. Критик уверен, что вся проблема в неадекватной самооценке Ветлицкой и ее неумении работать с людьми. Соседов отметил, что для начала артистке нужно было придумать планы, только после этого объявлять о своем возвращении. Ведь за те годы, что Наталья прожила в Италии, законы отечественного шоу-бизнеса сильно изменились. Но Наташа решила, что она просто сможет на халяву. «Она всегда была фонограммной певицей», — заявил Соседов в разговоре с журналистами Пятого канала. Он уверен, что сейчас Ветлицкой будет гораздо сложнее найти свое место среди артистов, потому что, по его мнению, на просто хорошем вкусе фонограмме далеко не уедешь. Рассмешили Соседова и огромные гонорары певицы. Выяснилось, что за концерт Ветлицкая просит от организаторов 3,5 миллиона рублей. Ранее Наталья Ветлицкая серьезно оскорбила россиян. Артистка назвала идиотами всех, кто боится коронавируса и соблюдает самоизоляцию.